Добрый вечер. В эфире информационный выпуск «Амшепшара». Премьер-министр Абхазии Валерий Буганба провел совещание по вопросу организации вещания российских телеканалов на территории Республики Абхазия. В частности, технических возможностей ретрансляции телеканала в России за счет оборудования РУБ-Абхаз-Связь. На встрече также были обсуждены вопросы рентабельности предоставления услуг эфирной трансляции телепередач российских компаний абхазскими организациями. Как отметил Валерий Буганба, организации должны обеспечить вещание российских телеканалов в Абхазии и их вхождение в бесплатный пакет общей доступных каналов для абонентов аналогового телевидения позволит устранить информационное неравенство в обществе и удовлетворить информационные потребности граждан Российской Федерации, проживающих в Абхазии. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета министров Республики. 8 февраля в поселке Бзыбь на школьницу 8 лет напала собака бойцовской породы. Девочке были нанесены телесные повреждения в результате укусов собаки. Ребенок с рваными ранами в области лица и ног был доставлен в Гагарскую районную больницу. Как нам сообщил по телефону главврач больницы Вячеслав Аргун, помимо ран от укусов, которые не угрожали жизни ребенка, у девочки был сильно поврежден глаз. Пострадавшую сразу же вывезли в Сочи, где и провели операцию. Удалось ли сохранить глаз, будет ясно в течение нескольких дней. Доследственная проверка по факту нападения на девочку бойцовской собакой проводится отделом дознания УВД по Гагарскому району. 10 февраля спикеру Народного собрания парламента Абхазии Валерию Кварчи исполнилось 73 года. Президент Рауль Хаджимба поздравил Валерия Еремеевича с днем рождения, отметив вклад спикера парламента в укрепление государственности Республики Абхазия и выразив уверенность, что он продолжит деятельность на пользу родине. Глава государства пожелал Валерию Кварчи крепкого здоровья, новых успехов и долгих лет жизни. С днем рождения Валерия Кварча поздравил председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Вячеслав Володин выразил уверенность, что взаимодействие Госдумы Российской Федерации и парламента Республики Абхазия будет способствовать укреплению дружбы между двумя народами. «Нет войне и наркотикам» – презентация социального видеоролика состоялась на площадке «Склад» в Сухуми. Видеоролик был снят в рамках проекта «Heal the World». В его создании приняли участие 68 абхазских школьников и представителей молодежи. Давайте исцелим этот мир для будущих поколений. Пусть в нем не будет места войне, наркотикам, смерти на дорогах. Молодежь Абхазии разного возраста приняла участие в социальном проекте под говорящим названием «Heal the World» под одноименной песней Майкла Джексона, что в переводе означает «Исцели мир». Проект буквально за пару дней собрал более 60 человек. Это дети и подростки, которым не безразлична судьба своей страны. На протяжении 4 месяцев шли репетиции, съемки, монтаж видеоклипа, в котором отображены все актуальные проблемы в Абхазии. Наркомания, ДТП, загрязнение окружающей среды. Автор, сценарист, организатор и режиссер проекта, педагог по английскому языку Ульяна Романихина, не только успешно преподает, но и готовит детей к международным олимпиадам. Главная цель проекта – донести до общественности, что все проблемы решаемы, стоит лишь объединиться. В данном проекте мы решили отобразить все проблемы наболевшие, которые происходят не только в нашей стране, но и во всем мире. Тем самым мы хотим привлечь внимание общественности, людей. Мы хотим показать, что все проблемы, в принципе, решаемы. Нужно только захотеть. И наша неравнодушная молодежь Абхазии решила собраться и таким образом показать, что у нас происходит. Ученики младших классов, старшеклассники, студенты поют знаменитую песню Майкла Джексона на 3 языках – абхазском, русском и английском. Клип наполнен глубоким смыслом. Затронуты актуальные проблемы современного общества, вопрос помощи инвалидам, загрязнение окружающей среды, проблемы бездомных животных и другие. Дети не просто говорят «нет войне и наркотикам», они своим примером показывают, как можно сделать мир лучше. Мы решили сделать продолжение этого проекта. Мы решили запустить хэштег «Heal the World» на 3 языках, чтобы люди делали добрые дела и выкладывали это в соцсети. Мы хотим, чтобы делали, неважно какие дела, просто вы пройтись по улице, сказать кому-то добрые слова, может быть, помочь там покормить бездомных животных, может быть, кто-то кого-то приютит, поможет материально и выложит это в соцсети с хэштегом, чтобы люди видели, что нам не все равно. У нас будет даже есть странички в соцсетях, откуда мы репостим
все публикации. Самому младшему участнику проекта Heal the World 2,5 года, а самому старшему студенту из Камеруна Стефану 28. Но это не предел, ведь каждый из нас может стать частью одного большого доброго дела, посильной помощи окружающим, тем самым сделав мир светлее. Клип на песню Майкла Джексона авторы проекта планируют продвигать на YouTube. Ⅱ5 лет прошло со дня выхода первого номера первой независимой газеты «Эхо Абхазии». Сегодня в Музее боевой славы имени Владислава Арзамба состоялась пресс-конференция, посвященная юбилею газеты, участники которой рассказали об истории создания газеты и обсудили ее значение как первого независимого издания. Смотрите репортаж Гугуцы Вардания. В феврале 1994 года вышел первый номер первой независимой газеты «Эхо Абхазии». Сначала газета выпускалась как дайджест публикаций зарубежных СМИ об Абхазии и называлась «Эхо». В основном в ней печатались выдержки из «Известий», «Сегодня», «Общей газеты» и журнала «Новое время», основными темами которых был грузино-абхазский конфликт. Постепенно в издании стали появляться все больше оригинальных, написанных местными авторами публикаций. И «Эхо Абхазии» из газеты «Перепечаток» превратилась в общественно-политическую. Если в первое время она издавалась ежемесячно, то уже с 1995 года газета стала выходить раз в неделю. Просто представить... В 1994 году в блокадной послевоенной Абхазии Виталий Шаря задумал об издании негосударственной газеты, и что он видел эту дистанцию, он видел необходимость, потребность в издании, негосударственном издании. Это похвально. И самое похвальное то, что он выдержал этот такой хороший исторический путь. Мы помним, насколько в стране переживала, была ли экономическая вот эта блокада, очень уйма проблем, необустроенность, но несмотря на все это, он выдержал. И это стало хорошим примером для всех остальных. Наряду с общественно-политической тематикой в газете публикуются различные литературные статьи, поэзия и проза. За 25 лет газета прошла нелегкий путь. В определенный период «Эхо Абхазии», как и другие издания в нашей стране, печаталось на обойной бумаге. В то же время дешевые полиграфические услуги и отсутствие конкуренции со стороны российской прессы и интернета позволяло сохранить газету. Я, как сейчас помню, мы как-то вот втроем были в Стамбуле, уже 2004 года был, и я маленькую, да, встреча очередная журналистов Южного Кавказа, и я делал какую-то маленькую информацию там о чем-то и упомянул, что вот наша газета выходит на самоокупаемости. Это коллег изумило. Я помню, что вот один представитель Азербайджана все удивлялся, это все-таки большая страна, по сравнению с Абхазией это и большие, конечно, тиражи, но им это было очень странно услышать. С 2008 года газета стала выходить в цветном варианте, расширился штат. В «Эхо Абхазии» пришли Надежда Венедиктова, Елена Заводская, Елена Лоуло, а бильд-редактором стал известный абхазский фотограф Владимир Попов. Сейчас «Эхо Абхазии» публикуется в месяц 2 раза тиражом 1000 экземпляров и распространяется по всей республике. А в редакции газеты всего 2 корреспондента. В день рождения «Эхо Абхазии» поздравить коллег пришли редакторы и журналисты абхазских СМИ. Я действительно считаю, что это очень важно, что в послевоенный период начала выходить газета. Есть какие-то вот такие вот вещи, которые говорят о стабильности твоего существования. Вот мне кажется, что газеты именно относятся вот к тому образу стабильного государства, стабильного человека. Виталик и газета вошли в историю абхазской журналистики. Спасибо, что ты ее делал. В последние годы во всем мире стремительно развиваются различные интернет-ресурсы, и Абхазия не исключение. Руководство газеты идет в ногу со временем. Чтобы привлечь как можно больше читателей, создана электронная версия газеты, и таким образом постоянные читатели «Эхо Абхазии» в любое время могут увидеть публикации на специальном сайте эти газеты. Наша любимая газета, да, мы получаем информацию, читаем.
Потому что газета это имеет свою определенную культуру, интернет имеет свою определенную культуру. Хотелось бы, чтобы это все возобновить. Я читаю «Эхо Абхазии» очень давно, очень уважаю, люблю руководителя этой газеты, потому что в основном правдивые идут статьи. Я с удовольствием всегда потом сопоставляю, что есть в действительности и что пишет Виталий Шария. Молодец, желаю всему коллективу успехов, чтобы в скором будущем она была действительно одна из еще больше процветающих газет. За время своего существования, несмотря на все трудности, «Эхо Абхазии» ни разу не прекращало своей работы и по сей день продолжает радовать своих читателей различными публикациями. И как было отмечено на пресс-конференции, первое независимое издание Абхазии действительно олицетворяет целую эпоху абхазской журналистики. Гугуса Вардания, Томас Чековани, Абхазское телевидение. С 20 по 23 февраля в городе Майкоп в Государственном музее искусств народов Востока в рамках меморандума о сотрудничестве между Министерством культуры Республик Абхазии и Адыгеи состоится презентация проекта «Абхазия. История, культура, современность». В рамках проекта пройдет выставка, посвященная 80-летию Союза художников Республики Абхазия. В экспозиции будут представлены разные жанры – живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, работы как известных мастеров, так и молодых художников. Литературно-художественный вечер «Абхазия. Моя страна», посвященный 145-летию со дня рождения народного поэта Абхазии Дмитрия Гуля и столетию выхода газеты «Абсны», состоится 22 февраля в Чеховском культурном центре в Москве. Об этом «Абснапресс» сообщила советник посольства Абхазии в России Татьяна Гуля. В мероприятии примут участие абхазские и российские поэты, писатели, абхазские студенты московских вузов. На литературном вечере прозвучат стихи Дмитрия Гуля, выступят абхазские музыканты, состоится показ документальной хроники о жизни поэта из семейных архивов внучки основоположника абхазской литературы. Национальный банк Республики Абхазия объявляет о выпуске в обращение памятной монеты Александр Чачба. Монета из серии «Выдающиеся личности», выполнена из серебра 925-й пробы, номинал 100 абсаров. Художник Батал Джапуа, тираж 300 экземпляров. На аверсе монеты изображена фигура Александра Чачба, опирающаяся на трость на фоне театрального занавеса и двух театральных масок, а также номинал монеты «Шепсарк», год чеканки 2018, надпись «Абсны-Абанк» и государственный герб. На реверсе изображены выполненные цветной тампо-печатью автопортрет Александра Чачба и эскизы сценических костюмов, а также имя художника и шапки братьев Диаскуров, геральдический символ князей Ширвашидзе Чачба. Снизу справа – годы жизни. Памятная монета Александра Чачба выполнена из серебра 925-й пробы. Диаметр монеты – 60 мм, качество – proof-like, номинал – 100 абсаров. Боковая поверхность монет – рифленая. Серия – выдающиеся личности Абхазии. Тираж – 300 штук. Художник – Джапуа Батал Рушневич. Реализация памятных монет Банка Абхазии из драгоценных металлов юридическим и физическим лицам осуществляется кредитными организациями Республики Абхазия. В Сухуми прошла городская предметная олимпиада школьников, в которой приняли участие более 800 учащихся столичных средних школ. Ученики 4, 9, 10 и 11 классов соревновались по 14 предметам. Абхазский язык и литература, русский язык и литература, армянский язык, математика, история, физика, химия, биология, география, английский язык. Как сообщила начальник управления образования администрации столицы Людмила Адлиба, победители олимпиады получат возможность принять участие в республиканской олимпиаде. Они уже определены, но окончательные результаты будут объявлены позже. Решением экзаменационной комиссии судей Республики Абхазия проведение квалификационного экзамена на должность судьи назначено на 12 апреля 2019 года. Экзамен состоится в 11 часов в Сухуми в здании Верховного суда Абхазии. Граждане, желающие сдать экзамен на должность судьи, могут подать соответствующее заявление в экзаменационную комиссию. По дополнительным вопросам обращаться по телефону 770-94-65. Абхазский спортсмен Игорь Адлиба победил спортсмена из Узбекистана Ахамджона Инакова на вечере профессионального бокса «Галактическая схватка 3», который проходил в Сочи. С первого раунда стало понятно, что соперник Игоря Адлиба не намерен отдавать победу. Практически на каждую атаку абхазского боксера Инаков старался ответить своей, и это ему часто удавалось. К третьему раунду трудно было отдать кому-то предпочтение. С началом четвертого раунда Адлиба еще больше активизировался, отметившись
удалось несколькими точными попаданиями. При этом Инаков в долгу не остался и сумел несколько раз пробить защиту Адлиба прямыми ударами. С пятого раунда соперники стали показывать еще более открытый бой, проводить больше атак. После серии ударов Игоря у Инакова пошла кровь из носа. После последнего шестого раунда судьи единогласно отдали победу Игорю Адлиба. Игорь Адлиба – многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации, обладатель Кубка мира по кикбоксингу, мастер спорта Республики по боксу, кандидат в мастера спорта России. Адлиба провел 5 боев на профессиональном ринге и одержал 5 побед. И в завершении выпуска, как всегда, о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура ночью 2-7 градусов, днем 11-16 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.